Тамбовские археологи нашли артефакты эпохи неолита. Вот уже 2 недели археологическая экспедиция Института гуманитарного и социального образования ТГУ имени Державина ведет раскопки у сел Голдым и Троицкая Дубрава Тамбовского района. Сенсационным открытием стала находка материалов, свидетельствующих о пребывании на территории области древних славян, живших в V-VII веках нашей эры. Подробнее Анастасия Горелкина. 2 недели раскопок не прошли даром для экспедиции Сергея Андреева и студентов Державинского вуза. Эпоха неолита, древнерусское время – это 13-14 века и русское средневековье, 17-18 веков. Вот чем могут похвастаться участники экспедиции. Каменные орудия, наконечники стрел, кресты и древние украшения – это самое малое, что нашли участники экспедиции. Настоящей находкой для искателей стала старинная кирпичная кладка русской печи. Сама постройка, вероятнее всего, погибла из-за пожара, так как встречено большое количество угольков, горелый слой. В частности, сами горшки были завалены большим количеством углей. Для науки, прежде всего, интересно тем, что можно воссоздать достаточно полно, реконструировать образ жизни, стиль поведения людей, живших в ту эпоху. Этот район для археологической экспедиции открыл много нового. Как признается Сергей Андреев, доцент кафедры российской истории Державинского университета, найденные предметы, в частности керамика, дают понять, что она относится к ранним славянам, что для Тамбовщины вообще впервые. На реке нет, вообще первый подобный памятник, ничего похожего нет. И оказалось, что здесь не только славяне, а здесь такой слоеный пирог, если можно так говориться. И здесь представлены культуры, начиная с эпохи неолита, то есть примерно 6 тысяч лет уже на этом месте жили люди. То есть с перерывами, но какие-то разные этносы, народы, культуры приходили сюда, заселяли это место. Также, продолжает Сергей Андреев, быт людей, которые в разное время населяли это место, был связан с рыболовством. Об этом говорит наличие рядом реки, а также земледелием и охотой. Ведь в результате раскопок экспедиция нашла скелет лося. Но самое главное, в скором будущем найденные артефакты будут храниться недалеко от места находки. На базе отдыха Голдым создадут первый в Тамбовской области археологический музей. Анастасия Горелкина, Андрей Корабельников, Елена Авдеева. Область новостей.